Итак, сегодня выпускники 11 классов по всей России сдали первый единый государственный экзамен – обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзаменационная работа состояла из трех частей, в первой – 30 заданий. Каждому из них даны 4 варианта ответа, только один из которых правильный. Вторая часть содержит 8 заданий, ответы которым нужно сформулировать самостоятельно. И третья представляет собой небольшую письменную работу по тексту. Особенностью этого года является заранее установленная минимальная количество баллов по всем предметам. По русскому языку нужно набрать не менее 36.